Реестр транспортных средств, перевозящих инвалидов, в Ивановской области все же создадут. Зампред правительства Сергей Зобнин уже дал соответствующее поручение департаментам соцзащиты и здравоохранения. Напомним, не так давно в эфир нашего телеканала вышел сюжет об инициативе Светланы Небовой, мамы ребенка-инвалида. Если будет существовать такой реестр, то организация, которая выписывает штрафы, ГИБДД, они... Перед тем, как выписать штраф, они могут проверить, имеет ли право данный автомобиль парковаться под этим знаком. И в этом случае не выписывается штраф, и мама, которая перевозит ребенка-инвалида, не тратит время на то, чтобы ездить в данную организацию и с документами доказывать, что она имеет право здесь парковаться. То есть на это, конечно, нужно потратить время. После нескольких отказов из профильных департаментов Светлане все же удалось достучаться до властей. В столице реестр уже есть. Теперь появится и в Иванове.